Евросоюз и Венецианская комиссия считают, что Кыргызстану нужна Конституционная палата. Ее деятельность гарантирует демократическое развитие республики и защиту прав человека. По их информации, для судей и сотрудников Конституционной палаты были организованы и проведены около 40 тренингов. Член Венецианской комиссии Томас Маркерт отмечает, что Конституционная палата является независимым судебным институтом и что они всецело признают ее деятельность.